Программа капитального ремонта жилых домов 2014 года близится к концу. Подрядчики закончили свои работы на объектах и сейчас занимаются подготовкой отчетной документации. Но жилищная инспекция предупреждает, что около 20 домов в Бугульме не сможет принять. Все дело в состоянии придомовых площадок. Благоустройством должны заняться управляющие компании. Придомовая территория в очень кошмарном виде после капремонта. Территории не убраны, эти заборчики все изуроданы, лавочки какие-то древние стоят, уже столетние. Их или надо выбрасывать оттуда, или новые должны были бы здесь поставить. После обсуждения строительных вопросов перешли к сельскохозяйственным. Здесь в Бугульме есть чем гордиться. Район ушел из зоны критики по показателям поголовья КРС и надоев молока, прирост которого за 9 месяцев составляет 106%. Все это благодаря хозяйствам «Рассвет», «Акбаш» и индивидуального предпринимателя «Нуждина». Здесь с одной коровы получают более 11 литров молока в день. Когда-то мы были в зоне критики. Сегодня Бугульминский муниципальный район по рейтингу из 43-го места поднялся до 30. Вот, 13 позиций мы вверх ушли, поэтому Руслан Павлович также продолжает. Еще одна хорошая новость для тех, кто занимается производством молока. Со следующего года фермеры смогут получить долгосрочные кредиты на 15 лет для реконструкции или постройки коровников.